Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности в восприятии имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Буквы «Ж» в имени – это стремление к эстетической завершенности. Владельцы этого имени способны идти к своей цели, невзирая на препятствия и трудности, однако уязвимы и чрезвычайно зависимы от мнений близких людей. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Они отличаются смелостью и умением достигать цели. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические и художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Звук «У» дает человеку активное воображение. В основном владельцы этого имени делают ставку на научно-исследовательскую карьеру. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Будучи честолюбивыми, они часто идут в политику и благодаря ярко выраженной индивидуальности могут достичь высоких положений. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Владельцы этого имени свою жизнь переживают намного больше, чем иные их сверстники. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.